Сегодня на Дне открытых дверей у нас представлены 20 различных групп Детской академии Фельдман Экопарк. Что подразумевают под собой эти группы? Это разные направления детской академии, например, верховая езда, пони-клуб, занятия на ферме «Добрый ослик», занятия в центрах раннего развития, азбука природы, растем в экопарке, занятия в школе раннего развития, экознайка, клуб лыжно-биатлонный, занятия в клубе кинологов, в общем, разные направления, которые ведут набор к себе в кружки. От знакомых узнали. Мы часто приезжаем, а знакомые сказали: день открытых дверей. Вот мы приехали, посмотрели, дети захотели записаться, почему бы и нет. Я смотрела по том, как нравится детям, что нравится. То есть у меня ребенок меньше, Софийка, она склонна к гимнастике, ей это нравится. Старшему более физические упражнения, мы пока пробуем. Мы ходили уже на разные секции, выбрали эту уже. Здесь очень детям интересно, очень-очень интересно, но ждем, что также детям будет интересно и вообще выходные, чтобы не просиживать дома, почему бы не позаниматься. Я пришла записаться, хочу заниматься верховой ездой и хочу ухаживать за лошадьми. Мне просто очень нравятся эти животные, они добрые, они чувствуют тебя, они почти как люди. Я буду заниматься, там есть и верховая езда, и уход за лошадью. Очень красивая зона отдыха, рекреационная зона, красивый парк, очень много животных. Вот. Здесь есть контактный зоопарк, ребенку здесь очень интересно, она здесь играет, здесь и много детских площадок, батуты. Вот мы здесь очень часто сюда приезжаем. И мы узнали о кони-клубе. И вот мы звонили уже насчет записи. Ну, и нам сказали сегодня подъехать, записаться. Ну, будем ждать звонка и будем ходить в кони-клуб. У нас достаточно ресурсов, достаточно педагогов, они все очень квалифицированные, и мы ждем нового наплыва людей. Мы всегда готовы развиваться, увеличивать наши объемы, масштабы. Я думаю, у нас все получится.